Құрметті меймандар, қонақтар, мен бірдің. Бүгін мен үшін жерде болу зор мәртебе. Уважаемые, глубоко уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дамы и господа, я высоко ценю возможность сегодня открыть столь значительную выставку в музее искусства имени Костелло, который, чтобы почтить память мужчин и женщин, пожертвовавшие собой, благодаря которым мы можем сегодня здесь собраться. Для нас особенная большая честь находится сегодня среди некоторых из этих героев накануне 70-летней годовщины их победы. Но мы вспоминаем и тех, кого знали уже нет. Их история – это история мужества, жертвенности и сотрудничества людей, стремящихся к достижению одной цели. Одной победы, которая также значима сегодня, как и 70 лет назад. В связи с этим я хотел бы попросить всех вас почтить минутку молчания всех тех, которые принес наивысшую жертву, почтить всех ушедших в это время. Вечно им память, вечно им слава. Спасибо вам большое. Дорогие гости, дорогие ветераны, данная выставка стала результатом тесного сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном. Национальный архив США и Центральный государственный архив кинофотографических документов и звукозаписи в Республике Казахстан предоставили редкие и впечатляющие фотографии, которые позволяют донести до будущих поколений память о этой нашей общей победе. Я хочу выразить нашу особенную благодарность директору Казахстанского архива Аде Сатовой за то, что она поверила в этот проект и поделилась с миром архивами, фотографиями, музыкальными материалами и видеозаписями. Мы также благодарим Национальный архив США за помощь в организации этой памятной выставки. Завтра подобная выставка откроется в Астане, и в течение нескольких ближайших месяцев многие из этих фотографий будут также представлены в американских публиках по всему Казахстану. Работая над подготовкой к данной выставке, мы открыли для себя и много нового. Несмотря на то, что мы уже знали о жертвах, которые поднес Казахстан в период войны, мы обнаружили, что Казахстан служил ключевой линией поставок помощи из США как Советский Союз, так и Китай. Кроме этого, американский вице-президент Хиллари Уоллес посетил Казахстан в разгар войны с целью углубления нашего партнерства в общей форме. Для меня лично большая честь выразить признательность присутствующим здесь ветеранам и также бывшим узникам, которые выстояли в них образимые трудности, что служит во всех нас уроком силы человеческого духа. Я благодарен за предоставленную мне возможность вручить каждому из них, которого в нашей выставке, это маленький символ признательности за их вклад и в историю человечества и делать их
передать им медал благодарности от имени посольства США и